Всем доброго утра! С вами Зара Есиноман и программа «Кайрлы Танг» приветствует вас, дорогие друзья! Унылая пора очей очарования, приятно мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природы увяданья, в багрец и в золото одетые леса. Так писал Александр Пушкин об осени. Да, осень – это красота природы, покров желтых листьев, романтическое настроение. Ну а впрочем, красота и романтика есть в любом времени года. Самое главное – желание и умение разглядеть прекрасное в самых, казалось бы, привычных вещах. Мы продолжаем наслаждаться последней неделей октября. И до начала ноября у нас есть еще несколько дней, которые, я надеюсь, вы проведете очень хорошо и успешно. Сегодня в программе вас ждут сюжеты от наших корреспондентов. Интересная информация, встреча с выдающимися личностями прошлого в рубрике «Звездные именинники», дайджест зарубежных событий и знакомство с замечательным гостем. Сегодня в нашей студии будет Марат Жиланбаев, марафонец, мастер спорта международного класса, единственный человек планеты, в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки и Австралии. Оставайтесь с нами, мы начинаем программу «Кайрлы Танг». Первые заметки, относящиеся к повести феерии «Ал и паруса», писатель Александр Грин начал делать в 1916 году. В «Черновиках», «Бегущий по волнам», Грин так описал первое появление замысла повести. «У меня есть алые паруса. Повесть о капитане и девочке. Я разузнал, как это происходило совершенно случайно. Остановился у витрины с игрушками и увидел лодочку с острым парусом из белого шелка. Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал, что. Тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание, почему радуешься. И вот, развертывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его бытия». Повесть «Алые паруса» была закончена и опубликована в 1923 году. Несмотря на годы, эта добрая история о вере в свои мечты по-прежнему трогает сердца миллионов людей. Буйство красок, эмоций и чувств. В таком настроении пребывали все, кто пришел на премьеру спектакля «Алые паруса» в Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Натальи Сац. Простую, но такую волшебную историю любви Ассоль и капитана Грея поставил заслуженный артист Таджикистана, режиссер Султан Усманов. Нужна романтика сегодня для нашей молодежи, для того, чтобы они могли двигаться дальше. Это действительно настоящий такой очень полноценный, качественный спектакль, который будет интересен нашей молодежи, да и вообще зрителю, который тоже воспитывался на мечтах Грина. Спектакль о мечте и вере в нее, о благородстве помыслов и чувств. В постановке занята молодая часть труппы. Своей игрой актеры театра попытались опровергнуть все законы бытия и здравого смысла и заставить зрителя услышать голоса нехитрых истин. Многие стремятся к каким-то таким мечтам. Что есть деньги, машины, куплю себе крутую яхту. А вот такой мечты, чтобы для души, чтобы ты понял, действительно, как же хорошо, мало у кого найдется. Особое настроение в спектакле создает выразительная музыка молодого композитора Максима Германцева, специально сочиненная для этой постановки. Она дала возможность героям более полно выражать свои чувства лирическими песнями и от души веселиться по полной, как это и положено в рыбацкой деревушке. Этот театр тем, что это премьера. Актеры подготовились очень хорошо. Тем, что красочно, красиво и, ну, аж до слез пробивает. Актеры играли очень реалистично, как будто так все и задумано. Понравились сами актеры, как они выступали, как они одеты, их образ. Понравились декорации. Замечательная постановка. Нам очень понравился спектакль сегодняшний. Отличная игра актеров, отличные декорации. Все было очень здорово. Спасибо. На календаре 28 октября, вторник. Давайте вместе узнаем, кто из выдающихся представителей культуры родился в этот день. Среди них Эразм Роттердамский, европейский гуманист, философ и писатель. Джеймс Коннелли, американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр, писатель. Гаринча, бразильский футболист, чемпион мира 1958 и 1962 годов.
Роман Виктюк – российский и украинский театральный режиссер, народный артист России и Украины. Романа Виктюка называют классиком театральной провокации, которая, по его мнению, требует высокого артистизма, владения актерскими техниками, личностными достоинствами и любовью к людям. Все спектакли режиссера очень разные и по форме, и по заключенному в них художественному посланию. Сегодня 59 лет исполняется Биллу Гейтсу. Американский предприниматель, основатель и крупнейший акционер корпорации Microsoft сегодня является одним из самых богатых людей мира. Однако не менее Гейтс известен своей общественной и благотворительной деятельностью. Поклонники Джулии Робертс во всем мире сегодня также отмечают день рождения актрисы, обладательницы премии «Оскар». В театре «Жас-Сахна» в новом сезоне 13 премьер. Среди наиболее ярких можно отметить пластическую драму без слов «Шинель» по произведению Гоголя. Впервые на сцене «Жас-Сахна» представлена лирическая притча Лика «Две истории одной любви», режиссером которой выступила Ирина Коваль. Необычной постановкой является пантомима «Эпизоды» известного актера и режиссера Сергея Червякова. Ожидаются премьеры и нескольких детских спектаклей. Отмечу, что идея создания сценической площадки, выполняющей миссию Культурного центра современного казахского и мирового искусства, вынашивалась не один год. Открытие театра состоялось 27 апреля 2013 года. Тогда театральный сезон «Жас-Сахна» открыли спектакли «Беокздарай», моноспектакль Евгения Жуманова «Падение» и джазовые вечера Жанны Саттаровой. И к другим событиям в городах Казахстана. Как и положено, перед полетом инструктаж. Там, на высоте, важно следовать всем правилам. Хоть Гульмира и летит с инструктором. Слаженные действия – залог успешного приземления. Тем более, что парашютистка особенная. Девушка на первой группе инвалидности и не представляет своей жизни без коляски. Но в полете она не пригодится. О прыжке с парашюта мечтала с детства, когда еще была здорова. Но даже после травмы и инвалидности не отказалась от заветной мечты. Если ты ограничен физически, то у тебя твой дух и твой внутренний потенциал будет всегда безграничный. Поэтому нужно добиваться тех целей, которые ты поставил. В 17 лет Гульмира Батпакулова лишилась возможности ходить. Тогда, после автокатастрофы, казалось, жизнь закончилась, но помогла сила духа. Девушка создала общество инвалидов-колясочников «Арба» и стала помогать таким, как сама. Она привыкла во всем быть первой и уверена, что ее примеру последуют другие. Этот прыжок и своеобразное обращение девушки к обществу. Привлечь внимание общественности к тому, чтобы они поменяли свое стереотипное отношение к людям с инвалидностью и могли бы воспринимать нас такими, какие мы есть. Ждите меня на земле! Гульмира летела в тандеме с инструктором Уральского аэроклуба Андреем Гридасовым. Для опытного парашютиста девушка особый партнер, но волнения никакого нет. Пешком ходить опасно, тут просто свои сложности есть маленькие. А так это нормально, это очень даже полезно будет. Это даст ему, как сказать, уверенность в своих силах на будущее. Это надо развивать. То есть не надо таких людей оставлять в стороне. Приземление прошло успешно. Там в небе забываешь о недугах и чувствуешь прилив сил, делится впечатлениями девушка. Жаль, что пока такие прыжки доступны далеко не всем колясочникам. Ой, у меня столько впечатлений. Не знаю, не могу передать такое ощущение счастья. Невесомости, я в полете. Я почувствовал себя первооткрывателем Земли. Обязательно. Я надеюсь, это не последний мой прыжок. 128 лет назад в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы. Статуя Свободы стоит в устье Гудзона в Нью-Йоркской гавани и служит приветствием как для гостей и эмигрантов, так и для возвращающихся американцев. Ее создал скульптор Фредерик Бартольди, а внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Гюстав Эйфель. Медная статуя богини Свободы была подарена Франции в честь столетней годовщины независимости в США и в знак дружбы между двумя государствами. И еще об интересных событиях в мире расскажет наша рубрика «Дайджест зарубежных новостей». Не горит, не растворяется, не стирается и не откалывается. Графеновое покрытие делает любую поверхность практически неуязвимой. Одно из самых прочных веществ, известных человечеству, химически абсолютно нейтрально. Его нельзя растворить кислотой или щелочью, расплавить высокой температурой, поцарапать острыми предметами.
Ученые и раньше знали о его свойствах, но не находили им практического применения, поскольку не представляли, как нанести его на другие материалы. Именно это удалось ученым из Манчестерского университета. Они научились изготавливать оксид графена и покрывать им различные поверхности. Этот материал обладает еще одним ценным свойством. Он не только прочный, но и эластичный. Сейчас много разговоров о гибкой электронике, но основная проблема разработчиков гибких микросхем – они не могут создать хорошую барьерную пленку, чтобы защитить их от воздействий. Графен может легко решить эту проблему. Кроме того, новые материалы можно покрывать корпуса кораблей, внешние и внутренние поверхности химических контейнеров, придавать прочность любой упаковке, делая ее нечувствительной к воздействию внешней среды. Ученые прочат своему материалу широкое коммерческое применение. Одна беда – графеновая чудо-краска может быть только черной. Это несколько ограничивает область ее применения. Российские космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев провели за бортом МКС в открытом космосе около 4 часов и вернулись назад намного раньше запланированного срока. Космонавты выполнили демонтаж устаревшего оборудования и отбросили его в космос. В частности, они сняли радиометрический комплекс РК-21-8, который использовался для отслеживания сейсмической активности на поверхности Земли. Кроме того, космонавты демонтировали две антенны, выполнили несколько экспериментов с фотографировали поверхность российской части станции и взяли мазки с иллюминаторов. Это был 40-й выход в космос по российской программе МКС и последний из запланированных на этот год. На борту станции, помимо Самокутяева и Сураева, работают еще 4 члена экипажа. Россиянка Елена Серова, европеец Александр Герст, а также американцы Рид Уайзман и Барри Уилмор. Посетители одного из супермаркетов в городе Эшленд, штат Орегон, увидели весьма необычного посетителя. В магазин забрался заблудившийся детеныш черного медведя. Спустя некоторое время медвежонка загнали в корзину для покупок, после чего передали специалистам. Что случилось с мамой медвежонка, неизвестно. По данным местных властей, малыш отправится в реабилитационный центр в штате Вашингтон, и через какое-то время его снова выпустят в лес. Сегодня Международный день анимации. Он был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. Ну а сейчас давайте узнаем о том, что можно будет увидеть на телеканале «Белем Жане Мадиниет». Все подробности у Карлыгаш Минаяковой. На этой неделе телеканал «Белим Жане Мадиниет» представляет телепроект канала «Моя планета» за кадром. Что может быть интереснее, чем путешествие? Ведущий программы Марк Подробинник путешествует по миру и одним нажатием пальца останавливает мгновение. Швеция – это все-таки королевство. Очень много здесь связано именно с королевскими традициями. Мы в конюшне кавалерийской гвардии Его Величества, где начинается подготовка к смене караула королевского дворца, что мы и хотим сегодня сфотографировать. Программа «За кадром» — это объективный взгляд на города мира, историю, современную жизнь людей и окружающую природу. Хочешь увидеть нашу планету через объектив фотокамеры? Тогда смотри нас каждый день. По-твоему, здесь можно жить? Таня, остановись. Что ты? Что с тобой? Не понимает. А по-твоему, это нормально, что мы приехали, мы будем жить в таких условиях? Как мы тут будем мыться? Как это все? Клопы, тараканы? Да что это? Как ты себе это представляешь? В воскресный вечер телеканал «Белим Жане Мадиниет» представляет картину режиссера Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман». Более 150 лет назад сошлись в смертельном поединке Пушкин и Дантес. Создатели картины решили смоделировать эту ситуацию. Герои событий – молодые люди, в лице которых сошлись добро и зло. Да нет, все ясно. Через 100 лет всегда все ясно. Может быть, вернемся к Дантесу? Молодой человек приезжает в Россию, встречает молодую красивую женщину. Влюбляет. Это нормально. Так, дальше. 23-летний Пушкин приезжает в Одессу, встречает молодую красивую женщину. Я имею в виду Воронцова. Влюбляется. И представьте такую ситуацию. Воронцов вызывает Пушкина на дуэль. Ну-ну. А? И Пушкин оказывается в ситуации Дантеса.
«Храни меня, мой талисман» считается одной из лучших советских картин 80-х годов. В 1987 году на международном кинофестивале в Стамбуле фильм был удостоен главного приза фестиваля «Золотой тюльпан». Увидеть блестящую игру культовых актеров советского времени можно будет в воскресенье вечером. Кайлы Танг, доброе утро всем, кто присоединился к нам в этот ранний час. Время представить вам нашего уважаемого гостя. Это Марат Джиланбаев, марафонец, мастер спорта международного класса, единственный человек планеты в одиночку, пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки и Австралии. Марат, доброе утро. Я очень рада вас приветствовать в нашей студии. Скажите, пожалуйста, что вдохновило вас на вот этот вызов самому себе? Я прочитал книгу. Называется «Путешествие не кончается». Робинс Дэвинсон написала. Это австралийская путешественница, которая на верблюдах, на трех верблюдах и с собакой пересекла в Австралии пустыню Большая Виктория. Там 1600 километров, что ли. И я когда эту книгу прочитал, я подумал, я пробегу эту книгу. Ой, я пробегу эту пустыню. Угу. Ну, через несколько лет, пару лет, моя мечта осуществилась, я ее даже увидел, встретился с ней в Австралии. Ну, до этого, где, конечно, Каракумы в Азии, потом была самая большая пустыня в мире, это Сахара, там 1700 километров я пробежал за 24 дня. И была пустыня в Америке, Невада. А скажите, с какими трудностями, с какими, может быть, искушениями вы сталкивались во время забегов? Ну, самая трудная пустыня – это была Каракумы, потому что это, во-первых, была моя первая пустыня. То есть это было неизведанно, до меня же никто не пробегал. Угу. И по сравнению с другими пустынями, в тех пустынях меня сопровождала, то есть группа поддержки какая-то была. Здесь я пересекал один. Буквально был рюкзак, и там в основном запас воды. Ну, наверняка были люди, которые отговаривали вас от такого шага. По идее, все говорили, не идти туда нельзя. Но я же не вот так, я решил и пойду. Я изучал. Во-первых, в библиотеке я прочитал все о пустынях, все, что можно. Потом я был на одной лекции, выступал алматинец Николай Кондратенко. Ну, вы, наверное, знаете, он такой... Он чуть-чуть и марафонец, но он в основном как ученый, спортсмен, врач. И они проводили опыты человека в пустыне в экстремальных условиях. Я присутствовал на одной лекции, которая проводилась в Караганде. Поэтому у меня был его телефон, я приехал, ну, или адрес. Я приехал в Алмату, с ним встретился. Говорю, я вот хочу пройти вот по такому-то маршруту, вот так, вот так, вот так. Он мне тоже дал какие-то подсказки. Потом я поехал в Туркмению, в Ашхабад, в институт пустынь. Есть такой институт. Я там говорю, я вот хочу пробежать вот так, вот так, вот так. Что мне это? Советы какие-то. Я сходил в Сепентария, познакомился с змеями, с известными змееловами. Они показали, какие змеи, какие ядовиты, какие нет, как их опасаться, пауков, скорпионов, ну и так далее. То есть я даже с военными познакомился, что там военных в пустыне много. Они мне, например, карты достали. Угу. Там с грифом совершенно секретно. С пастухами. То есть я столько информации набрал, что не пробежать. Я был уверен, что я пробегу. А без веры в себя это любая мечта, она не осуществится. Угу. Ну, часто говорят, что бег – это своеобразная медитация, это сосредоточенность. И именно во время бега многим людям приходили в голову гениальные мысли, идеи. Вот я даже сейчас вспоминаю композитора, создателя легендарных хитов группы «Абба» Бенни Андерсона, который бегал ежедневно, и ему приходили в голову вот эти мелодии будущих хитов. Есть ли какие-то мысли, которые приходили вам во время забегов и которые вы уже осуществили? Ну, в принципе, да. Ты когда бежишь, у тебя очень много свободного времени для мозгов. То есть, если ноги заняты. И поэтому ты, конечно, все, что надо решить, обдумать, ты, конечно, обдумаешь, решишь.
Но когда остается время, ты думаешь о будущем, как решить эту задачу или что-то поставить. И есть мелочи, есть крупные, и беги, они, конечно, ты думаешь о них в беге и потом реализуешь. Марат Ульянович, мы продолжим нашу беседу буквально через мгновение. А давайте пока посмотрим рубрику «Утренний вернисаж». Образ женщины всегда был ведущей темой в искусстве. Посвящение женщинам мы можем найти в самых разнообразных видах искусства, в музыке, поэзии и живописи. С незапамятных времен образ женщины становится притягательным для служителей воспевания красоты. Если мы обратимся к истории мирового искусства, то она демонстрирует нам действительно такое обожествление женского образа, и это мы наблюдаем буквально еще с эпохи палеолита. Еще в древности появляются статуэтки так называемых палеолитических Венер, отождествляющихся с богиней плодородия, с матерью землей. Традиция обожествления продолжается и в последующих эпохах. В Древнем Египте многие мифологические персонажи носили женские имена и были представлены в женской плоти: Исида, Мут, Хатор, Маат и другие. Пожалуй, кульминацией в идеализации обожествления женской красоты, грации и мудрости становится эпоха античности, запечатлевшая в мраморе и бронзе немеркнущий со временем образ женщины-богини. Мне очень интересна хронология портретов, хронология пейзажей, где изображены в основном женщины, ну, также и их семьи. Есть портреты, которые завораживают меня и привлекают к себе внимание. Поэтому, я думаю, как и в современности, эталон красоты был разнообразен. В Государственном музее искусств имени Костеева уникальная выставка «Женщина-богиня. Дети-ангелы. Цветы. Райский сад». Хронологически охватывает значительный период истории русского искусства с 18 века до 1917 года, отражает все стили и художественные направления, характерные в целом для европейского искусства этого времени. На выставке преобладает портрет, но представлены и жанровые композиции, в которых женщина присутствует во всех ипостасях, любящей заботливой матерью, светской львицей, натурщицей, сказочной царевной, скромной учительницей и гувернанткой, безутешной невестой, крестьянкой и даже представительницей экзотического африканского племени. Многие художники, такие как Тропинин, Крамской, Мясоедов, Маковский, Петров-Водкин, Бакст, Фальк, преклонялись перед женской красотой и воплотили ее на своих полотнах. Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат, сказал однажды Леонардо да Винчи. Тема женщины всегда будет актуальной в искусстве, ведь в образе матери, женщины, богини сосредоточена неприходящая любовь Вселенной. И вновь доброе утро. В студии программы «Кайрлытанг» Марат Джиланбаев, марафонец, мастер спорта международного класса, единственный человек планеты в одиночку, пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии. Марат Тульгенович, сейчас вы активно делитесь своим опытом с молодежью. Вот расскажите, как проходят встречи со студентами, какие темы, какие вопросы задают вам молодые люди? Ну, я считаю, что такие встречи не за то, что я провожу, а людям нашим, это наша молодежь, это наши студенты, и они, им надо какой-то пример, им нужна мотивация. Мотивация для того, чтобы они были не как все люди, они были, чтобы знали, что есть, например, хороший ученый, хороший спортсмен, хороший художник, что они обыкновенные люди. Угу. Просто у них была мотивация, они над это работали, и они стали ими. И на своем примере, я же, если до этого я мог, я был даже художником, который выставлял в советское время свои картины за границей. Но это тоже было трудно добиться. Конечно. Но это цель я ставил. Например, с художником, если решил стать спортсменом, если цель поставила, как бы она трудно ни была, я ее добивался. Также, например, после большого спорта в 95-м, когда я уже закончил большой спорт,
я оказался без денег, я думал, надо стать бизнесменом. И я тоже здесь достиг своих успехов. Сейчас у меня есть другие планы, например. Я ставлю, я знаю, что я эту цель поставил, сколько лет пройдет, месяцев, но я ее добьюсь. Угу. Ну, а лично для вас, вот что является вот, истинной мотивацией для покорения неизведанного, для открытия новых горизонтов? Самое главное, это если я что-то поверил, себе поверил, и знаю, что сделаю, а кто-то сказал, это не получится, это самая главная мотивация. Как бы наспор, если сказали, вот это у тебя не получится. И тогда у меня более, больше становится мотивация, я более мотивированный, и я начинаю все делать, чтобы этой цели достичь. Наверняка среди наших телезрителей есть люди, которые, может быть, мечтают попасть на вот эти встречи, когда вы заряжаете людей своей бодростью, вот своей силой воли, мотивируете их к открытию нового. Вот что бы вы пожелали людям, которые сейчас смотрят нашу утреннюю программу? Ну, самое главное, это верить в себя. Если ты в себя не веришь, тебя никто не поверит. И вот если вы поставили цель, в жизни у каждого человека, я просто уверен на 100%, есть много целей. Но многие цели они не выполняют. Кто-то хочет там бегать, но не бегает. Кто-то хочет просто похудеть, но не худеет. Кто-то хочет рано вставать или рано ложиться, но не делают это. А этой цели можно добиться, если себя заставить. Вот. Что ж, огромное спасибо за ваши пожелания, за то, что сегодня вы были гостем программы «Кайрлы Таң». Для меня было огромной честью познакомиться с вами. Доброго утра и хорошего дня. Друзья, напоминаю, что гостем программы «Кайрлы Таң» сегодня был Марат Джаланбаев, марафонец, мастер спорта международного класса, единственный человек планеты в одиночку, пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии. Наш утренний выпуск программы подошел к концу, но я, Зара Есиноман, с вами не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Увидимся завтра на телеканале «Белем жане мадинет». Жүрегіме күн болып егіледі Жібектей шаштарыңа жетпес сөзім Теңіздің толқынындай көрінетін Жібектей шаштарыңа жетпес сөзім Теңіздің толқынындай көрінетін Шаф кескенай, өзің ғана өмірде аңсағаным, кер маралдай келген дүштем бар.